Всем привет! Вот только что заезжали в магазин «Светофор», набрали всякой всячины, очередной раз на 5 рублей. Вот. И хочется сказать, что вот «Светофор» с каждым днем, вот с каждым нашим посещением, вот мы с женой ходим, с каждым нашим посещением цены все выше и выше. И я скажу более, что цены некоторые даже, получается, даже выше, чем в магазинах вообще города. Например, вот что там у нас было? Окорочка там что-то, да, или крылышки, там грудки, не помнишь? Бедро, вот. Сколько там оно? В городе можно найти вполне даже такие дешевле. Бедро куриное. Какие там ценники, если предметно? Не помнишь? В городе 210, а там 237. 237 «Светофор», бедро куриное, в городе 210. Ну вот я про город Николаевск на Амуре говорю, потому что все-таки я живу на ДВ, а живу, напоминаю вам, город Николаевск на Амуре. Туалетная бумага в магазине 27, там получается 32 рубля. Вот, если взять бобину туалетной бумаги, там 8 рулонов, и разделить ее на 8, да, этот ценник, то получится, что бумага туалетная стоит дороже, чем в городе. Ну, из-за сомнительного удобства, в общем-то, покупать, то, что из-за того, что машину там рядом можно поставить, ну, может быть, конечно, да. Но хочется сказать, что вот та истерия, которая шла среди коммерсантов николаевских, то, что народ, если ломанется в «Светофор», такого, в принципе, уже быть не может. Потому что «Светофор», в общем-то, как магазин, позиционирующий себя магазином низких цен, таковым в Николаевске на Амуре на самом деле уже не является. В чеках магазина, обратите внимание, есть такая графа «Экономия», сколько вы экономите по сравнению, да, со средними рыночными ценами. И там экономия, там берем, допустим, на 5000, получаем там экономию 560 рублей, 570, то есть около 10, ну максимум 15%. Так вот, люди, которые едут там откуда-то с Чигирей, там за вот этой вот пресловутой экономией, они приезжают, даже если что-то подешевле, что-то будет подороже обязательно. Ну, наэкономили они, допустим, 150 рублей, нагрузили пакеты там, да, 1000 на 3, допустим, нагрузили всего там, рожи понабирали, всякой там еще такой дешманской тяжелой пищи для желудка, для организма. И вызывает такси, естественно. И когда такси приезжает, такси у нас цена 150 рублей по городу, вот, на район, естественно, дороже будет. Вся эта пресловутая экономия, она просто деинсталируется. То есть смысла как такового людям, вот для тех, кто хочет на самом деле низких цен, ехать там затариваться, смысла особого не имеет. Ну, отдельно хочется, конечно, сказать, что такие вещи, например, как шуруповерты, там бывают пилы, там мебелюшка какая-то, оно, конечно, да, дешевле, значительно дешевле. Вот. Ну, а в целом, как бы, затея вот семьи Шнайдеров здесь, в Николаевске, она как таковая себя не оправдывает. Поэтому предприниматели, уважаемый, любимый город, может спать спокойно. Роман Зайцев, живу на ДВ. Краткий обзор по магазину низких цен «Светофор». Торг-сервис 127.